В воскресенье 23 октября военный самолет Су-30 упал на частный дом в Иркутске. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. По предварительным данным, погибли два пилота истребителя. Гражданские лица не пострадали, так как разрушенный в момент катастрофы дом был пуст. В Следственном комитете Российской Федерации информацию подтвердили. Следственными органами СК России по факту падения в Иркутской области самолета Су-30, принадлежавшего авиапредприятию и выполнявшего испытательный полет без боекомплекта, возбуждено уголовное дело по статье 263 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Падение самолета произошло на двухэтажный жилой дом. По предварительным данным, два летчика-испытателя погибли. На месте происшествия сейчас работают следователи и криминалисты территориального следственного органа и Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России. Председатель Следственного комитета направил на место происшествия следователей, криминалистов Центрального аппарата ведомства и сотрудников судебно-экспертного центра СК России с целью оказания практической помощи в расследовании.